Давай, червячок. Кушаем, кушаем. Да, придется нам очень тут много чего кушать. Ну-ка. О, давай, 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 быстрее, быстрее. Ничего себе, вот это я нарвался. Давай, давай, давай. Лишь бы сейчас меня кто-нибудь не съел. Давай, давай. Здесь же по-любому кто-то будет с той стороны, его тоже есть, да? Да? Нет? Не ест, не знаю, ребята. Вот это мы нарвались. И ты иди сюда, малыш. Ты, конечно, уже для меня маленький, но тоже вкусный. Ну что же, ребята, кого тут съесть еще такого? В кого тут врежутся? Или на... О, да, 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 я верю. Я в это верю, я так и думал. Я просто ждал, когда это случится, ребята. Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы поиграем в игру Wormate.io. Эта игра очень похожа на Слизарио, только здесь мы едим различные вкусняшки. Вы просто посмотрите, ребят, сколько здесь этих вкусняшек. Здесь просто ими все усыпано. Различные пирожки, морожки, конфеты, медвежуйки, орео, печенье. Тут вообще просто всего раздолье для сладкоежек. Ну и наш червячок, наверное, тоже такой сладкоежка, просто ест. Смотрите, какой красивый червячок. Кстати, да, ребят, здесь также можно будет потом покупать различные скины своему червячку. Можно всякие там рожицы ему, улыбки менять и все такое. Это все за монетки. А монетки мы зарабатываем вот когда, то есть получаем хорошие места здесь. Я сейчас вот на 91-м уже месте. И мой червячок такой уже здесь нормальный. Наелся нормальненько вкусняшек. Но, ребят, до первых мест нам очень и очень далеко. Нам нужно, чтобы кого-нибудь здесь такого здоровячка подрезали, вот, например. И мы быстренько-быстренько съедим. Давай. Очень опасно, но нам нужно как-то это сделать. Фух-фух-фух, аккуратненько. И я уже на 68-м месте, ребята. Вот так вот. Ну-ка, потихонечку будем идти к топ-10. Вкусняшечки, ням-ням-ням. И, ребят, тоже пишите, кстати, кто уже играет в эту игру. И я помню, мне кто-то даже писал в комментариях, просили поиграть в эту игру. И я вот решил эти, ребята. Так, давай-ка кушаем. Магнитик взяли, отлично. Давай-ка все, притягивайся ко мне. Теперь нужно быть очень аккуратненьким, потому что на нас начнут скоро охотиться. Мы уже очень такая хорошая добыча, большая. Вот, взяли увеличение, это вообще классное увеличение. Когда ты сверху, все видно. Давай-давай, кушаем. Ну-ка. Давай кого-нибудь бы тут найти и окружить. И съесть потом все его вкусняшечки. Желательно кого-нибудь такого жирненького. Так, пока никого не вижу. Ну же. Где тут кто? Есть. Кушаем. Ух ты, червячок какой большой. Ну-ка, подожди. Где у тебя голова? Он туда ползет, вниз. Ладно. Ну-ка, может, здесь еще кто-нибудь будет? Да, это здоровый. Здоровенький. Так, это малыши. Малыши нам не нужны. Неинтересно. Хотя эти малыши могут и меня подрезать, и все. И вот такие вот будут малыши. Так, кушаем. Смотрите, какой я медленный. Ну, это, наверное, не медленный, просто из-за увеличения. Поэтому кажется, что так медленно ползу. Так, 57-е место. Мы даже скатываемся наоборот. Ладно, нам нужно кого-то найти, ребята. Так, все. Приблизились мы обратно. О, граница. Так, пошли вверх. Давай-ка, червячочек. Сейчас мы кого-нибудь найдем. Но я надеюсь. Так, здесь есть кто-нибудь? Так. Притягиваем. Магнит вообще классная штука. Все сам притягивает. Не нужно тут ползать, собирать. Все подряд. Так, маленькие червячки нам не нужны. Давайте, больших подавайте нам. Кто там на первом месте? Русгад какой-то у нас на первом месте сейчас. Вот его бы найти и съесть. И все, ребята, тогда нам первое место гарантировано. Тише. Нет, что? Я врезался, ребята. Ладно, ребят, продолжаем. Я купил себе уже новый скин. Смотрите, такой полосатый у меня. Красивый червячок. И купил ему такой вот язычок вместо улыбки. Мы теперь будем просто всем показывать язычок. И давайте сейчас мы быстренько кушаем. Мы очень маленькие, и смотрите, даже вот печеньки Орео почти как мы размером. И медвежойка он тоже, как и мы. Ладно, кушаем быстренько, растем. И опять будем рваться в топ. Хотя бы в топ-10 нам бы попасть. Давай, червячок. Кушаем. Да, придется нам очень тут много чего кушать. Ну-ка. О, давай, быстрее. Ничего себе, вот это я нарвался. Давай. Лишь бы сейчас меня кто-нибудь не съел. Давай. Здесь же по-любому кто-то будет с той стороны, его тоже есть, да? Да?
Нет, не я, не знаю, ребята. Вот это мы нарвались, и ты иди сюда, малыш. Ты, конечно, уже для меня маленький, но тоже вкусный. Давай, давай, да что такое, смотри, какой красивый. У нас червяк получается. Так, так, так. О, да, 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 да. Есть, есть, еще одного тут замочили. Ничего себе, ребята. Мне просто повезло, мне просто повезло. Давай, едим его, быстро, быстро, быстро. Так. Тише, тише ты хотел меня тут. Не надо так делать. Вот это да. 64 место, ребята. Так, кто червяк за нами охотится, я смотрю. Ну-ка, нужно доесть вот эти вот остаточки. Давай-ка его окружить попробуем. Попробуем или нет? Ладно, кто-то он задумал нехорошее. Лучше не будем его, наверное, трогать. Лучше мы какого-нибудь большого найдем здесь. Так, кто тут большой есть? Ох, мне тут кто-то врезался. Вот большой-большой, давай-ка. Вот тебя бы съесть. Давай-ка аккуратненько будем ползти здесь. Тише-тише. Давай-ка, давай-ка. Не будем сейчас никуда спешить. Потихонечку. Так, 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 так. Поворачиваем. Ну что же, ребята, кого тут съесть еще такого? В кого тут врежутся? Или на... О, да, 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 я верю. Я в это верю, я так и думал. Я просто ждал, когда это случится, ребята. Я просто ждал. Давай, давай, давай. Вау, 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 ничего себе, я никогда таким огроменным не был. Фух, чуть меня не врезались. Вернее, я чуть не врезался. 28 место, ребята, я никогда не был таким огроменным червяком. Ничего себе. Так, ладно, ползем здесь. Что-то тоже происходит непонятное. Лучше давайте поаккуратнее будем. Так, так, так. Тише, тише. Вау, ребята. 31 место сейчас у нас. Так, вот это вот какой-то... Крутой, смотрите, с молнией червячок. Так, давайте опять пойдем где-нибудь будем тусоваться возле здоровых. Или может сами-ка на кого-нибудь нападем здесь. Ну-ка, ну-ка, давай вот этого найдем. Где у него голова? О, здесь граница, опасно. Опасно, опасно. Граница, ладно, может тут есть проход какой? Давай-ка посмотрим. Так, он поворачивает куда-то туда. Здесь теперь мелкие нас смогут быстрее подрезать, потому что у нас такой червячок уже неповоротливый стал. Так, так, где у него голова? Подожди, я его сейчас окружить, может, смогу даже. Давай, давай, давай. Давай, давай, вот он. Давай-ка сейчас окружить, попробуем. Давай, давай, давай. Ну же, ну же, ну же, вон мой хвост, я вижу уже. Окружить нужно, срочно, срочно окружить. Эй. Нет, 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 не получается, он сейчас врежется, наверное. Фух, я чуть в малыша не врезался. Малыш, не надо так делать. Ну-ка, ну-ка, где этот красный? Он тоже еще живет. Фух, ребята, напряженная тут ситуация у нас получается. Да. Ну вот это да. Ладно, давай-ка обратно будем идти сюда как-нибудь. Попробуем все-таки кого-нибудь окружить. Так, 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 вот и мой хвост. Нормальненько все пока что вроде бы идет. Давай, давай, червячки. Давайте, врезайтесь там в кого-нибудь. А я вас потом съем. Ну-ка, ну-ка. Так, где я тут? Ускорение. Мы на ускорение пока гоняем. Потому что без ускорения он вообще какой-то медленный. Ну где красный? Где-то же здесь был. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. О, вот он, вот он, вот он, тише. Малыша, я боюсь даже этого малыша. Он может меня легко здесь... подрезать, он очень быстрый. Так, что здесь у нас? Здесь, наверное, лучше туда не суваться. Давай сюда лучше. Так, красный. Ладно, давай поползем туда опять наверх. Попробуем все-таки. Подожди-ка, красный. А, все нормально. Я думал, он меня уже окружить хочет. Это мой хвост, нормальненько. Он малыш какой-то врезался в меня. Это нормально все. Давай-ка ползем туда. Как бы этого красного забрать? Червячочек ты мой. Удлиненный такой. Так, вот красный. Куда он ползет? Вверх куда-то. Так, и здесь... О, подожди, может мне хочет окружить? Давай-ка посмотрим поближе к границе. Подберемся. Где ты, красный? Куда ты ползет? Тише, тише. Эй, ты! Звездатый. О, звездатого замочили. Так, 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 собираем все, собираем. Зеленого опасно трогать сейчас. Давай-ка вниз. Хотя можно было вот это все съесть. Опасно, опасно. Так, зеленый тоже, кстати, длинный. Как-то нам зеленого забрать. Давай-ка попробуем сюда обойти.
Зеленый я хочу. О, ты, подожди, тут еще один. Желтый. Так, этого малыша, конечно, я не хотел трогать, но мне ничего не остается. Ну-ка, давай посмотрим, что здесь происходит. Здесь есть проход между зеленым и желтым. Ну-ка, ну-ка. Так, опа, кого-то здесь небольшого замочили. Ладно, съедим бы небольшой. Что, что? Нет, есть, я съел его. Да, да, быстро, быстро, окружаем. Да, зеленый, вот тебе. Вот тебе, будешь знать. Так, сейчас очень опасно. Все начнут его есть. Быстро, со. Так, 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 сюда, сюда, сюда. О, смотри, там вообще какой крутой червяк. Эй, червячки. Так, так, давай-ка делать нужно какой-то круг. Наверное, нужно делать круг и кого-нибудь заманивать себе в круг. О, замочили еще кого-то там. Давай, давай, вот он. Кто это был, я не знаю, ребята, но мы быстренько едим его. Так, 25 место, 25. 517 тысяч очков, ничего себе, ребята. Так, это же мой хвост, надеюсь. Так, мой хвост, да, нормально. Вот это да, ребят, у меня это сейчас пока что рекорд. Я никогда таким здоровенным здесь не был. Ну-ка, давай-ка, еще нужно расти больше. Так, так, аккуратненько, аккуратненько. Чтобы меня здесь кто-нибудь не подловил тихонечко. Так, давай-ка сюда вверх пойдем. Мелкие, мелкие. Не трогайте меня, мелкие. Так, вот этого бы, смотри, какой край. О, подожди, что ты делаешь? Не-не-не. Так не пойдет дело. Где он там ползает? Может, он окружить меня хотел? Так, где у него голова? Давай-ка посмотрим сюда. Что? Я засмотрелся и врезался в какого-то мелкого. Что, ребята? Да ну, я засмотрелся на того червяка здоровенного, красивого. И врезался в мелкого. Вот так вот бывает, ребята. Так, твой червячок достиг массы 518 870. Я был на 22 месте. Да, в топ-10, чтобы пробиться, нужно есть очень много этих вот различных вкусняшек. Ну что, ребятки, вот такая вот интересная игра Wormade.io. Если она вам понравилась, то обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, продолжать играть в нее или нет. Ну а вы были на канале Cool Games. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока-пока!